Ladies and gentlemen, we are set for the next fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the flyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner. He stands 173 centimeters tall. His official weight, 57.2 kilos. He holds an undefeated MMA record at 3-0. Fighting out of Gyumri, Armenia, here is Carlin Minasyan. And across the cage, his opponent fighting out of the blue corner. He is a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 162 centimeters tall. His official weight, 57.05 kilos. His MMA record stands at 15 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Guari, Amazonas, Brazil, here is Josiel Silva. And our referee in charge of the action, Герихан Шибилов. Карлин Минасян и Жозель Сильва. Да, все готово к началу этого противостояния. Что касается стиля Сильвы, любит он работать первым номером, выбрасывает, как правило, одиночные удары ногами и руками. Здорово двигается, но не очень много времени проводит в атаке. Также, если складывается поединок не в его пользу, его тактика не работает, ему крайне сложно перестроиться. Да, у нас есть разница в опыте. 3 поединка профессиональных у Карлена и 20 у Жозеля Сильвы. И первым некое зачетное действие со стороны бразильца по блоку. Первым попадает и делает это дважды. Да, пока очень осторожно в своем стиле. Жозель действует, лоу-кип. Минасян отдает пространство, присматривается к сопернику. Пытается подловить его на встречный удар. Пока джеб со стороны Сильвы. Но поджимает и постоянно оказывает давление. Приходится из-под прессинга работать. Вот фронт-кик в исполнении бразильца. Такой смазанный, надо признать. Будто бы в пах попал, но вскользь, и поэтому все в порядке. В таком темпе Сильва и будет работать на протяжении всего боя. То есть здесь Минасяну нужно подстраиваться. Да, и как-то, наверное, ловить. Вот на встречном движении только хотел договорить фразу, и что, собственно говоря, Карлен и продемонстрировал. Да, серийная работа и работа на скорости. Опять же, Сильва — это боец, который не умеет перестраиваться, ему крайне сложно это сделать, поэтому его нужно удивлять. Опять по блоку. Просят Карлена не прижиматься, постоянно двигаться и выходить из-под давления, потому что действительно готов первым номером работать Сильва. Попытался пробить с правой, но блок попал. То же самое и Сильва по корпусу. Он блок. Хорошо по-боксерски так нырнул и вроде бы ударил Карлен, но... Причем дважды. Да, да. Но Сильва очень-очень внимателен. Здорово. Очень неожиданно, причем с правой руки пробил. Хотя опять я в том числе ожидал с левой. Здесь хай-кик подключает или мидл-кик. Так или иначе, не имеет он успеха. Зал скандирует «Карлен, Карлен», болеют за Минасяна. Вот обрати внимание, прощупал Сильва, что высоко держит руки Карлен и как раз до корпуса достал. И покраснение там на селезенке и на ребрах. Да, причем не первый раз он это делает. И после нырка также по корпусу пробивал. И мидл-кики тоже бил. Но серийности не хватает бразильцу. И этим должен Минасян пользоваться. Вновь оказывается прижатым. Карлен Минасян выставляет руку для того, чтобы хоть как-то дистанцировать от себя настырного бразильца. Здесь локтем обмен. Да, было неплохо. Как же здорово все-таки вот перетягивает это невидимое одеяло поединка на себя Сильва. И при этом не боится, что ему прилетит. Продолжает прессинговать и снова по корпусу и переводит великолепно на голову Сильва. Апперкот. Меньше 2 минут до конца. Да, Армен настаивает на том, чтобы в своем стиле работал Карлен Минасян. Жестко. Справа. Пропустил тяжелый удар сейчас Минасян. Да, на опережение отработал. Сейчас восстанавливается, пока этот хай-кик пролетел мимо его головы. Здесь еще по корпусу хочет. Хороший боковой удар, но отступает тут же Минасян. Вновь по корпусу.
На мой взгляд, нельзя давать Силве работать первым номером. Нужно прессинговать Минасяну и выбрасывать серии. Таким образом, Сильве будет сложно отвечать на эти атаки. Он будет вынужден отступать. А работать вторым номером Силва не умеет. В откровенный размен забрались бойцы и просто свистели кулаки то туда, то сюда. И бокс, конечно, поставлен у Минасяна, это видно, шикарная работа. Но вот сейчас провалился с этим ударом, и хуже нет. Все видит Силва. Одним или двумя ударами его не удивить. Нужны серии Минасяну. Тяжелый выдох, здесь попытка еще ударить серийно. Краснеет корпус уже. Колено, роскошное флайни выпускает сейчас же Сел Силва. Это его работа, это его стихи, одиночные удары. Мы это уже отмечали. А справа. Вот здесь как здорово троечку-то получилось у Сильвы. И обмен неравноценный получается, но Карвен подключает очень хорошо. Мидл кик. Плотнее Силва бьет, явно плотнее. И точнее. Он выцеливает очень здорово и при этом попадает. Последнее мгновение. Еще одно колено запускает. Тут же Силва и правый кросс. Опять туда под локти, по корпусу достает Джосиль. И на этом раунд завершен. Раскисляют, активно раскисляют руки Адлина Минасяна, Замарушуков и Армен Гулян. Да, серьезную накачку получает и от Эдуарда Вартаняна, который настаивает на том, чтобы здесь задача только побеждать. Ну и я предполагаю, что, наверное, с таким эмоциональным заделом более откровенно, конечно, будет работать Карлен Минасян. И это значит, что мы увидим более откровенный поединок, открытый. Сейчас увидим. Опять же, нужно менять тактику Карлену. Работа от соперника здесь не работает. Здесь нужно атаковать самому первым номером. Грузить оппонента, постоянно оказывать давление, резать углы. Но мы видим, что Минасян снова отдает пространство. Да, и, к сожалению, по рисунку предыдущего раунда это не принесло ему никаких успехов. К сожалению, здесь нырнул-то великолепно. Едва-едва не бросил. Сильва за корпус прихватил, но нет. Попытка бросить. А ведь сечка уже открылась у Карлена Минасяна. И хлещет, ой-ой-ой-ой, хлещет кровь. Да, вот сейчас любое движение головой в сторону, и нам может прилететь. Что, будет ли подсечка? Есть! Бросает Силва на канвас соперника. Оказывается, Минасян снизу. Отключает при этом ногу, но лишь на мгновение. Разворачивается тут же Минасян. Поднимается на ноги. Будет заправлять ноги Силва. Да, и вот здесь он будет мастерски, конечно, разбираться в этом эпизоде. Побьет, побьет, развернет. А бразильцы умеют заходить за спину и как рюкзак висеть на сопернике в попытке выполнить удушающий прием сзади. Позиция бэкмаунта. И это опасно сейчас для Карлена Минасяна. Тут же он разворачивается, но пока по-прежнему в опасном он положении. Да, сейчас побьет, побьет по голове для того, чтобы вот эту ногу правую закинуть. Джосиль Сильва заводит левую руку. Пытается заправить ногу. Сила. Но очень грамотно защищается, потому что ставит, да, правый локоть на бедро. Не давая вот этот люфт для того, чтобы просочился. И вот здесь, возможно. А вот теперь есть замок. Да, сейчас супер туго будет, конечно, Карлену Минасяну, потому что давление на корпус будет серьезное. Да, и при этом мы знаем, что из этого положения крайне редко поднимают судьи, потому что оно очень опасное. Есть шанс провести прием Жиселю Сильве. Будет крутиться, крутиться Карлен. Просто так эту позицию не отдаст. Вот руку первую уже пытается вставить под подбородок, пока Карлен все видит.
но может получиться на крен. Да, и тянет, тянет на себя шею. Едва-едва, кстати, не выскочил лицом к своему оппоненту Карлин Минасян. Но нет, не удалось. И вновь очень-очень тревожные минуты для Карлина Минасяна и для всей его команды. А Сильва, конечно, просто с хладнокровием хищника работает со своим оппонентом и просто ждет. Да, мы говорили, что Минасян от Беляева пропускал тейкдауны, но там он вставал, поднимался. Здесь мы видим, что подниматься никак не получается. И сбросить захват также. Опять же, не сказать, что Силва-то портерист великий, да? У него из 15 побед только 2 победы сабмишн. Да, причем одна, собственно, последняя из двух. Не его профиль прям таки бороться, но посмотрите, как уверенно он себя чувствует. Ну, мы говорили, что бразильцы, конечно, они первым, чем занимаются, помимо футбола, это джиу-джитсу. И Силва также в этом аспекте хорош. Хоть и крайне не любит сам бороться. Да, всегда казалось, что будто в бразильских роддомах сразу еще и белый пояс вручают ребенку. Здесь, наверное, было то же самое. Сейчас Жосиль Сильва стал еще больше угрожать своему оппоненту. Попытка растянуть. Состоится ли? Нет, все-таки треугольник с корпуса не разжимает. Белый пояс, кстати, и мяч. Мяч, не забываем. Да-да-да, совершенно верно. Подзатянулась, кстати, сечка у Карлена, перестала хлестать оттуда кровь, но вот столько в голову ударов сейчас пропускает. Ай-яй-яй. И разворачивается великолепно сейчас Карлен Минасян. Ну что, это шанс поработать 40 секунд. Сверху побить, наносить удары. Да, как говорят, включать локти, но, к сожалению, как будто бы Жосиль Сильва слышит указания Карлену, поднимаются в стойку. Не останавливает Герихан Шибилов. Даже несмотря на сечку, вроде бы потерял равновесие Карлен. Здесь более откровенно станет рубиться. Хороший боковой удар был у Минасяна, но отвечает Силва. Хайкика. Да, едва не попал. Опять поджимает здорово под печень, апперкотом. Заходил с хорошего прямого удара и усаживает все-таки на пятую точку Жосиль Сильва. И на этом раунд завершается. Пока все. Да, такая кровавая маска на лице у Карлина Минасяна. Из этого рассечения сейчас доктор будет оценивать заодно степень глубины. Да, и показывает, что нельзя продолжать поединок, насколько я понял, или нет. Да нет, мне кажется, ничего пока серьезного. Или же все-таки остановят? Да, показал вот такой. Да, совершенно верно. Сейчас будет принято официальное решение, но уже Жосиль Сильва празднует. И исходя из того, какая там сечка, продолжать нельзя. Да, все, бой закончен, дамы и господа. Это победа Жосиля Сильвы. И уже, честно сказать, второй поединок такой, да, в котором мы очень рады и получаем удовольствие от накала. И он так заканчивается просто потому, что травма. Да, и вопросы-то оставались на самом деле. Не сказать, что Минасян свое последнее слово здесь уже сказал. Были у него шансы. Особенно хорошо провел концовку предыдущего раунда. Сумел перехватить инициативу. Но вот... обидная травма. Слушаем подведение итогов и Джеффа Хьюстона. Ladies and gentlemen, our cage side doctor has called a stop to this fight at the conclusion of round number 2. For your winner by TKO, Jossier Silva!